Представители трех оппозиционных партий Турции подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал «Хабертюрк». Очередное выдвижение Эрдогана в качестве кандидата в президенты противоречит Конституции, считают представители оппозиции, поскольку его текущий срок является вторым по счету. Турецкие власти объясняют это тем, что после проведенного в 2017 году конституционного референдума президентские сроки Реджепа Тайипа Эрдогана обнулились. Представители Эрдогана, в свою очередь, считают, что причиной подобных действий оппозиции является страх поражения на предстоящих выборах.